Всем привет! У нас сегодня 1 января. На улице, как всегда, у нас сегодня мороз 28 градусов. Ветер 6 метров в секунду. Поэтому никуда мы не поехали. Отдохнуть отдохнул хорошо. Да, кстати, всех с Новым годом. Всего самого хорошего. И самое главное, ни хвоста, ни чешуи. Сегодня мы будем смотреть посылку, которая пришла из AliExpress. Вот такая вот посылочка. Вот она. И мы сейчас посмотрим, что в ней находится. Я-то так-то уже знаю, что там находится, но хочу, чтобы у вас была интрига. Открываем. О! Вот, к нам пришел обогреватель, мульти-обогреватель. Ну и посмотрим, что в нем такого интересного. Сейчас я все выложу. Ну, начнем с баллона. У нас баллон на 1 литр. 1 литр, да. Вот, написано, и хорошо видно. Вот. Все как положено открывается. Ну, сюда мы заливаем бензин. Интересно, а если залить газолин? Наверное, тоже будет работать, я так думаю. Вот такой вот баллончик. Все. Ну и, естественно, к нему идет поршень. Поршень. Вот такой вот поршень. Наверное, в камеру будет слышно, как он работает. О. Естественно, когда мы его заправили, мы его сюда вот, наверное, вставляем и закручиваем. Закрутили. Дальше давайте посмотрим. У нас есть уже самообогреватель. Ага, он у нас вот так вот. О, я уже прям догадываюсь, как это все будет. Вот так вот открывается. О. И идет шланг, который у нас подсоединяется вот сюда. Почему-то закручивать его нужно вот так. Нет? А, здесь есть крутилка. Во. Во-во-во. Здесь есть у нас крутилка. Вот, значит, мы его так. Вот такой вот у нас получается. Здесь у нас идет трубка, которая подогревается у нас самим, как говорится, огнем. Вот и тем самым у нас она начинает нас греть. Вот так вот можем сказать. Естественно, это у нас, да, мы закачали, поставили рядышком, чтобы он тоже немножечко обогревался. И поджигаем, 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 поджигаем. У нас пьезо здесь нет. Пьезо у нас здесь нет. Да. Значит, получается, мы либо зажигалкой, либо спичечкой мы ее зажигаем. Это у нас вертушка, да, для подачи газов. Для подачи газов. Вот. И она начинает греть. Так, посмотрим, что у нас в этих мешках. Так, что у нас тут? Ага. Это у нас зип. Здесь у нас, смотрю, есть запасные. Запасные прокладки. Здесь у нас
есть запасные прокладки. Вот они. Все, как говорится, есть запасной, в случае чего мы можем сразу же заменить. Это очень хорошо. Ну и ключ. К нему также ключ идет, чтобы все можно было открутить и заменить. Очень даже хорошо. Так, а здесь у нас, что у нас здесь, что у нас здесь? Это, ага, это у нас пластины. Пластины для отражения тепла. Я так понимаю, что она ставится вот так. О! Скорее всего ставится, чтобы тепло шло в нашу сторону. Ну, посмотрим, как он будет греть, посмотрим, и что покажет нам эта пластина. Вот так вот мы ее. О! Я так-то, прежде чем покупать ее, очень много смотрел, ну, на форумах, ну, в общем, короче, в интернете. Смотрел и узнавал, как она там себя ведет. У нас этот обогреватель считается мультимедийным. Так, а знаете что, давайте попробуем и посмотрим. Бензином я не стал заправлять, представляете, какой здесь будет стоять запах. Вот. Поэтому давайте посмотрим, как он у нас будет работать на газу. Откручиваем. У нас тут есть газовый баллон, он, наверное, у всех есть. Вот, и мы сейчас попробуем его, как он будет закрутен, баллончик. Ага. Вот. И сейчас посмотрим, как он у нас будет работать. Всем интересно. И мне самому интересно. Говорят, что он сильно-сильно шумит. Типа говорят, как турбина работает. Давайте посмотрим сами, как же он у нас будет работать. Загорелся, представляете, загорелся. Вот и сами, да, слышите, какой шум стоит. Работает точно как турбина. Очень сильно и громко. Вот это да. Ну ладно, все услышали. Надеюсь, посмотрим, что будет на рыбалке, можно так сказать. Ну что ж, пока сложим все и посмотрим. Нагрелся он очень быстро через вот эту вот трубку. Газ нагрелся, и он начал хорошо работать. Сам баллон у нас был холодный. Принесли его из гаража, поэтому он так плохо работал. Ну, а то о том, как он шумит, вы, конечно, сами услышали. Но я так думаю, что по цене 2600 рублей, ну, это, можно сказать, очень хорошо. А ну-ка, работает на газу, на бензине.
Также, скорее всего, и говорю, что будет работать и на газолине. Не знаю, может быть, и на авиационном керосине. Ну, в общем, ребят, сами попробуйте что-нибудь, туда залить другое, и потом скажете, как оно будет работать. Ну, а полное испытание вот этого всего мы проведем уже на самой рыбалке. Вот. Спасибо большое за просмотр этого видео. Кому понравилось, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на наш канал. Канал 100 Фети. Вот все, что я хотел рассказать. Еще раз всех с Новым годом. Счастья, здоровья. Остальное все приложится. Ну и творческих успехов на рыбалке. Спасибо большое. До новых встреч. До свидания.